В преддверии Дня Победы активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» помогли модернизировать крышу над сценой, которая установлена рядом с мемориальным комплексом «Живые камни памяти и славы» в деревне Салманово. Раньше на время проведения концертов и митингов навес затягивали съемным тентом, теперь крышу покрывает новый поликарбонат. Партийцы закупили все необходимые материалы и организовали монтаж.